Столица Чувашии становится транспортным хабом, который связывает север с Кавказом и Кубанью. Сегодня в аэропорту встречали рейс Новый Уренгой, Чебоксары, Минеральные воды. Авиакомпания Air Aero запустила новую полетную программу по субсидированным маршрутам. Редкая для Чебоксарского аэропорта картина. На взлетно-посадочной полосе два самолета. Один в Москву уходит на взлет, второй из Нового Уренгоя только что приземлился. Авиакомпания Air Aero вошла в число перевозчиков, которые выполняют субсидированные перелеты по России. Первый рейс показал загрузку неплохую, порядка 80 с лишним процентов загрузка пассажиров. Я напоминаю, что это самолет сухой суперджет, общая вместимость чуть больше 100 кресел. Эти рейсы будут осуществляться с частотой один раз в неделю. Мы на эти рейсы рассчитываем и надеемся, что они будут очень востребованы. И еще раз повторюсь, первый рейс уже показывает. Сегодня первый рейс показывает, что такая востребованность будет, и перспектива этого рейса состоится и будет. Схема полетов выстроена так, чтобы не было простоев. Из Минеральных вод самолет вернется в столицу Чувашии и вечером же отправится в Краснодар. А оттуда уже завтра через Чебоксары вновь улетит в Новый Уренгой. Мы знали, что будет прямой рейс, вот и именно это время мы выбрали для лечения. А если бы не было, на чем бы ехали? Было бы сложно. Или через Казань, или через Москву. А так очень здорово, нам очень нравится, что такой рейс появился. Мы сегодня улетим на самолете из Чебоксара в Минеральные воды. Мы давно ждали этого рейса, наконец-то дождались, да. И сейчас мы можем прям с нашего города полететь в Минеральные воды, а там уже добираться до наших любимых курортов, где мы часто отдыхаем с друзьями. Разрешите, пожалуйста, обработать руки, да? И термометрии. Добро пожаловать, проходите на места. В мае из Чебоксар появится еще один рейс по программе субсидированных перевозок. Руслайн будет летать в Екатеринбург. Татьяна Молокова, Бахтияр Велиев, Республика.